начинаем курс лекций, который имеет общее название «Вучи». Мы пытаемся объяснить то, что необъяснимо. Вучи – это как Вселенная. Ну, как можно объяснить, что такое Вселенная, то, что не имеет границ? Дословно перевод «Вучи» – без границ, бесформенное, то, что не имеет формы. Как можно понять и осознать то, что не имеет формы? Наш ум так устроен, что ему для того, чтобы понять, необходимо пощупать, потрогать, ощущать форму. А вучи бесформенные. Именно вучи и есть дао. Дао – это путь. Путь – это то, из чего рождается все. Поэтому из лучи рождается все. Считается ошибочным осознать и объяснить то, что неосознанно, и то, что бесформенно. Но школа лучи и кунг-фу объясняет это. И поэтому мы будем говорить об этом. Для того, чтобы человеку было проще понять, приводятся образные примеры, таким способом объясняется состояние лучи. Это займет у нас несколько лекций. Если взять дерево, то очень много веток. И вы стоите под деревом, подняли голову, и там много всего. Листья, ветки, можно запутаться. Много всего. Это то, что происходит в нашей жизни. Если взять нашу жизнь, очень много веток, листьев, цветов. Но есть корень. Корень – это то, из чего выросло это дерево. И оно находится под землей, и мы его не видим. Корень – это есть вучи, его не видно. И понять корень и суть чего-либо, вы понимаете смысл пути и состояние того, к чему нужно прийти. Поэтому понимание корня – это и есть понимание лучи. Как нам понять корень? Как понять, кто я? Кто я – это и есть корень в лучи. То есть школа говорит о том, что если вы достигаете состояния понимания «кто я», вы понимаете путь, вы понимаете вучи, потому что вучи – это и есть дао, а дао – есть путь. И основная цель понимания «кто я» заключается в том, чтобы соединить в себе. Соединить имеется слово «привести баланс». Быть спокойным вашему сознанию, подсознанию и сверхсознанию. Триада. И для того, чтобы мы поняли, как это происходит и каким образом достигнуть этого, есть несколько путей. Лао Цзи, основатель Вучи, сказал, что если вы долго учитесь, то вы никогда не достигнете дао. Имеется в виду, чем дальше вы больше учитесь, тем дольше ваш путь к пониманию лучи, к пониманию «кто я». Он имел в виду, что если разум и сердце находятся в неспокойном состоянии, то вы не поймете, кто вы не поймете свой путь. Решение для этого вопроса есть. Нужно успокоить разум, отбросив все полученные знания и привести в спокойствие сердца. Это формула понимания тай-чи.
тайчи на одном волоске от вучи. Вучи более высший уровень тайчи. Что же такое тайчи? Многие люди считают, что тайчи это инь и ян. Это неправильно. Инь-ян это взаимодействие двух противоположностей. Это как будто бы вы идете друг за другом. Это как семейная пара вместе. Это инь и ян. А тайчи это то, что перед этим состоянием и то, что после этого состояния. Из тайчи рождается инь-янь, и когда инь и ян заканчивают свой путь, опять появляется тайчи. И после этого вы переходите к вучи. Попытаюсь объяснить проще образным примером. Когда вы имеете влюбленность, и вы еще не семейная пара, и вот-вот-вот вы станете семейной парой, вот это состояние эйфории на высшем уровне, это есть тайчи. Потом вы становитесь семейной парой, у вас появляется рутинность, и вы идете друг за другом, и вы вместе. Это состояние инь-ян. Вы прожили вместе 50 лет, и потом вы уходите друг от друга, это опять состояние тайчи. После чего начинается вучи. Ваша семейная пара разошлась. Ну, например, кто-то умер. И у второго человека должен быть баланс между разумом и сердцем. Состояние баланса между разумом и сердцем – это и есть состояние тайчи. Он не саморазрушается, он в балансе. Все хорошо. Так надо. Это путь. И после того, когда он умирает, он переходит в состояние вучи. Вучи – это то, что находится за гранью смерти. Поэтому достигнуть состояния вучи практически при жизни архисложно. Нужно уходить из социума, находиться очень долгое время в практиках и медитациях. При жизни мы очень легко можем познать тайчи. Можно сказать, что это состояние любви. Хотя это не совсем правильно. Что такое разум? И сердца. Про что я говорю? Разум – это ваше знание. Знание, которое вы получаете не только в этой жизни, но и в прошлой жизни. И разум – это подсознание. А сердце – это сознание. То есть баланс между подсознанием и сознанием – это и есть состояние тайчи. Поэтому для того, чтобы перейти к пониманию вучи, нужно сбалансировать сердце и разум. Для этого используется тайчи. Когда два этих центра начинают двигаться, значит разум и сердце, сознание, подсознание не в балансе. Это говорит о том, что вы не понимаете, кто я. Если человек не понимает, кто я, он раздражен и не понимает, что делать, куда поступить, какая работа, какая семья, где взять денег. У него все движется, все движение. Если сердце в движении и сознание в движении, то нет баланса, нет тайчи, нет любви, нет спокойствия.
Для того, чтобы достичь состояния тайчи, необходимо привести в баланс ум, привести в состояние спокойствия, познать, что такое жесткость и мягкость. Между ними существует много связок, и поэтому привести в баланс очень просто, практически не удается никому. Потому что ум, например, связан с жесткостью. То есть, если вы оцениваете ситуацию, вы очень долго думаете, ум у нас очень медленный, вычисление происходит очень медленно. 24 умножить на 36. Торможение, пауза, считается. То есть все очень медленно. Потом все, что мы просчитали, уходит в разум. И мы понимаем, прошло очень много времени. Это и есть пауза, мертвая зона. То, что используется в искусстве тайчи. То есть, если вы хотите победить, используя тайчи, выводите в его сознание мысль. В его сознании появляется мысль, и она тормозит ум и тормозит движение. У него появляется мертвая зона. Это может быть какое-то движение, которое не классически нестандартное, которое вводит в состояние сознания разума. Вы двигаетесь, и вдруг что-то происходит. И вы не поняли, что произошло. А, да. И вот эта пауза 3-4 секунды, в которой вы погибаете, если партнер вывел ваше сознание, используя то, что положил в него мысль, которая тормозит тело. Тело, дыхание, сознание, они находятся в связке. Если не разорвать связь, то вы не становитесь мастером. Мастер – это тот, который разделяет эти все показатели, и они двигаются отдельно. Ум отдельно, жесткость отдельно, мягкость отдельно, спокойствие отдельно. Все в балансе. Сердце отдельно, разум отдельно, сверхсознание отдельно. Сознание, подсознание, сверхсознание – предсознание. Четыре вида сознания, которые нужно соединить в одно целое и сбалансировать, чтобы они были в равновесии, это состояние вучи. Самое интересное, что школы кунг-фу вучи имеют для этого техники для тела. Это и есть ключ. Потому что когда мы делаем движение, мы не используем ум, соответственно, мы не блокируем разум, и, соответственно, сердце наше открыто. Большинство людей ум, разум и сознание связаны, сблокированы, и они не могут расслабиться. В школах учи тело обучает ум. У обычного человека ум обучает тело. Человек приходит в школу 2x24, он использует ум для того, чтобы понимать тело. Вучи тело обучает ум. Это тайчи. То, что находится за гранью тайчи, это вучи. Вучи имеет несколько уровней. Три уровня самого вучи. Это как состояние образно. После смерти бабушки она пришла к вам во сне. И это был призрак. Это было вучи. Вы не можете это объяснить, как это произошло. Что это было? Но это было вучи. Вы подошли к могилке, бабушка лежит там.
И вы ее понимаете, и вы с ней разговариваете. Вы не видите призрак, вы разговариваете с костями. Это скелет. Это вучи. Или вы понимаете все, что происходит и что вам нужно делать дальше. У вас есть знания, хотя их у вас не было. Вы понимаете, куда идти и что делать. Вы приходите сюда, и все происходит. Вы на машине едете, подъехали, и машина — свободное место, чтобы вы зашли, быстренько все сделали, вышли, не теряли время, а другой человек потратил на это полдня. Это вучи. Войти в состояние вучи — это находиться в балансе с пространством и временем. Экономить все. Если вы бизнесмен и вы находитесь в состоянии вучи, вы успешны, у вас все связано. Все люди должны познать вучи и уметь владеть этим состоянием. Для этого есть знания, школа кунг-фу и вучи, используя тело, дыхание, разум, сознание. В балансе дает тайчи, из чего рождается вучи. Тайчи не является окончательным и основным элементом для понимания вучи. Для того, чтобы понять вучи, необходимо еще познать 5 элементов, 8 триграмм, 8 сил и взаимодействие 5 элементов. 5 элементов – это 5 внутренних органов – почки, печень, желудок, сердце, органы инь, органы ян. И как сделать так, чтобы у нас было здоровье внутренних органов? Это работа с 5 элементами. Потому что 5 элементов балансируют разум. Здесь находится душа. Для того, чтобы сбалансировать состояние души, необходимо здоровье. Это работа с 5 элементами. Работа с 5 элементами не относится к практике тайчи. Это кунг-фу. Кунг-фу – это работа с 5 элементами. Для понимания этой практики созданы специальные упражнения и техники, называемые техники 5 зверей. То есть кунг-фу изучается 5 зверей. Тигр, змея, журавль, леопард, дракон. То есть вы двигаетесь как тигр, змея, журавль, вы работаете с телом, но на самом деле вы работаете с душой, вы оздоравливаете внутренние органы, печень, леопард. Почки, дракон. Понимание 8 сил – это пакуа или бауа. Это работа с предсознанием. То, что находится за пределами тела. Природные явления. Ветер, дождь, вода, водоем, гора. Все, что природные явления, которые происходят кругом нас – это пауа. И мастера создали техники, которые позволяют соединить тело с пространством и управлять пространством, используя сверхсознание. Когда сознание и предсознание сбалансированы, мы подключаем сверхсознание, мы входим в состояние вучи и можем управлять стихиями. Вызвать дождь, поднять волну – это состояние вучи, когда все три сознания соединяются с предсознанием, и вы знаете, как этим управлять. На первый взгляд кажется, это фантастически и нереально, и кажется, что это вроде бы какая-то магия или… Вообще непонятно, что мастер говорит. Но мастера достигают этого состояния и демонстрируют. Я, к примеру, очень часто демонстрирую, как вызвать дождь. Даже на видео, на ютубе у себя. Это не так сложно, если понимать механизм, как это работает. Человек универсально создан. Он гениально идеальный, идеально гениальный. Считайте, что человек — это и есть Бог. Он творец своей судьбы и жизни. Что такое Бог? Творец. Что хочу, то и делаю. Хочу рисую картину, хочу пою, хочу сею огород, хочу волну поднимаю. А почему нет? Проблема в том, что человек не верит.
И он не понимает, у него нет знаний. Разум заблокирован, знаний нет. Потому что у него нет баланса. Ум блокирует все. Потому что мы основываемся на том, что применяем логику. Ум. Но ум создан так, что его основная цель блокирует все. Все, что непонятно. Если вы говорите, хочу достигнуть состояния духа, используя баланс разума и сердца. Он говорит, что ты сказал? Ничего не понял. Ну, бред какой-то. Скажи по-нормальному, так, чтобы я понимал, чтобы я ощущал ширину, высоту, холодное, горячее, то, что я привык. Если чему непонятно, что происходит, и что это были за непонятные слова, он блокирует тело. Тело становится жестким. Ключ для понимания является дыхание. Дыхание разблокирует разум и сознание и вводит в состояние тайчи. Поэтому основной ключ тайчи – это не форма, форма как начало, а важно дыхание, то, что открывает сознание, сердце. Вот представьте ситуацию, когда, к примеру, два борца. Два борца находятся на ринге. Что происходит, когда один захватывает другого? Автоматически второй блокируется. То есть один у него захватывает, второй. Его ум блокирует тело, и тело становится жестким. Это значит, что ум и разум, сознание не разделены. Нету дыхания, правильного дыхания. А что должно произойти, когда один другого схватил? Второй должен стать мягким и выскользнуть из этого сознания. Если он жесткий, то я не должен быть жестким. Потому что в этой ситуации побеждает тот, кто более жесткий. Если я веточка, а он бревно, естественно, меня поломает. Я мог победить контрэлементом. Если он дерево, то я в это время огонь, взрыв. Или, например, вращение. Земля. Земля вращается кругом Солнца. То есть, он меня схватил, а я в это время вращаюсь. И он улетает. Потому что он жесткий. То есть, нужно найти вот это равновесие. Он мягкий, я жесткий. Я жесткий, он мягкий. Это состояние инь-янь. Но это очень низкий уровень и очень базовый уровень начальный для простоты понимания. На самом деле, в этой ситуации не должен ум участвовать в процессе. Если он жесткий, я мягкий, начинается умозаключение, тело блокируется, у вас нет времени. Это доли секунды, все очень быстро. То есть задача находиться в балансе, в спокойствии, это говорит о том, что вы находитесь в состоянии понимания, кто я. Я мастер своего тела. Я спокоен, захватил меня, проблемы какие-то, и он улетел. Что произошло? Только потом, после действия, вы понимаете, что произошло. А состояние тайчи в этой ситуации, вы должны были не позволить ему вообще захватить вас. Во время, когда он только подходил и пытался это сделать, вы ввели сомнения в его сознание. Сознание – это он здесь и сейчас, он осознан, я сейчас. И вы ввели в затемнение его ум, мысль, чтобы он на долю секунды остановился. Он хотел
а вы сделаете движение. Хоп! Вот. А что? И в это время секунда, и вы... А. Торможение секунды дают вам победу. Мастера вообще используют другой принцип. Они не просто выводят состояние паузы, они блокируют сознание человека, накрывая его своим сверхсознанием. Потому что сверхсознание более высокий уровень, это состояние духа, а состояние сознания – состояние души. И дух человека накрывает душу второго партнера и блокирует его сознание полностью. Но это очень высокий уровень. То есть, когда мастер обладает высоким духом, блокирующим душу партнера. Потому что у него находится все в балансе, он может расширяться, выходить за пределы своего сознания. Это есть вучи. Это то, когда вы, к примеру, сидите и разговариваете с бабушкой, которая умерла уже 100 лет назад. Вы так расширяете свое сверхсознание, что на уровне сознания вы понимаете и общаетесь с бабушкой. Поэтому какие вам проблемы во время боя накрыть его сознание? Потому что он вообще этим не занимается, он дерево. Он не занимается духовными практиками, он не занимается медитациями, он не понимает дыхательные практики. Поэтому, например, в легенде гласилось, что мастера кунг-фу вели поединок месяц. Как они могли не сидеть поединок месяц, думает человек? Так они же уже на 5-й минуте задохнулись. Ничего не задохнулись, все у них нормально. У них сбалансировано дыхание, они могут вести поединок до бесконечности. Это то же самое, что идти по улице в походе. Вы что, прошли 5 минут в походе и уже задыхаетесь? Ничего подобного. Вы можете идти день, два, три. Почему вы? Вы должны задыхаться. Потому что ум блокирует тело, а тело блокирует дыхание. Дыхание блокирует сознание и разум. Происходит торможение. Все просто находится в одной линии. Разрывать нужно эти состояния, чтобы достигать состояния вучи. Вучи – это ключ ко всему. Без вучи вы не можете быть мастером. Не надо думать, что мастер – это значит тот, который наносит удар и двигается. Мастер – это тот, который находится в балансе, его жизнь успешна. У него есть радость, счастье, все есть. Любовь, деньги, все есть. Он не испытывает проблем. Ну нет, так нет. Ну путь такой, боже мой. Сегодня нет, завтра есть. Ну не хватает сегодня денег. Ну всякие проблемы. Завтра будут. Не надо там плакать, разрывать мозг, тяжело, проблема, не надо ум вводить в блок. Вообще-то дао, дао это путь. Да, это мой путь. Я делаю из этого уроки, для того, чтобы это больше не происходило. Относиться нужно к жизни очень легко и просто. Не блокировать разум, используя ум. Быть спокойным. Спокойным, в равновесии, спокойное дыхание. Но есть вопрос. Люди не понимают, что такое дыхание, что такое тело, что такое разум, что такое сердце, сознание, подсознание, сверхсознание. Такие умные слова говорю. А люди говорят, а что это? Посещайте классы, учим, что могу сказать. Это громадные темы. То есть я за полчаса поверхностно просто проскакался по макушкам. Каждый из этих разделов, ну, занимает большие лекции для того, чтобы достучаться. Начните с дыхания. Люди не могут дышать. Дыхание у них тоже заблокировано. Потому что как мы дышим, так мы живем. У человека один образ жизни. Встал, поел. Работа, с работы пришел, на диван, сон, секс. Все. И каждый день одно и то же. Это значит, что у него один тип дыхания. У него уже схема выработана. И ум подстроил свое дыхание под этот образ жизни.
и путешествует, и обучается, и семья, и какие-то там другие планы, и рисует, и поет. То есть у него разноплановый. Каждый вид действий – это разный вид дыхания. То есть легкие у нас должны двигаться бессознательно, не используя ум и разум. То есть они как будто вот волна, как волны на воде. И мы не контролируем это. Но для того, чтобы так сделать, легкие нужно обучить. Потому что они забыли, как дышать. Потому что были стрессы. Стресс блокирует дыхание. В какой-то ситуации в детстве собака испугала, и дыхание так сблокировалось. И у вас осталось поверхностное дыхание. Чуть-чуть. И никто вам не объяснил, что нужно поработать над этим, чуть-чуть его изменить, чтобы вернуться к изначальному. Я привожу пример, это как велосипед. Вы купили велосипед, решили поехать к другу, но вы не знаете, как ехать. Вы на плечо поставили велосипед, пошли, пришли к другу, поставили, заняло вас полчаса. Друг говорит, слушай, надо сесть, педали крутить, и 5 минут прошло бы. О, действительно так? Он вам показал, как дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И вы все делаете не полчаса, а 5 минут. Это велосипед, который мы носим с собой. Все люди носят с собой велосипед, тренажер, и не знают, как им пользоваться. Легкие позволяют практически делать все. Условно говоря, нужно вам взять визу в Америку, дышите вот так. Нужно вам там $100, дышите так. Нужно новую работу, дышите так. Это очень просто. Надо понимать, как это работает. Пример из моей жизни. Это для меня был шок, когда я проверил дыхание. Решил поехать в Америку. Белорусам взять визу в Америку архисложно. Архисложно. Я подышал. Что происходит? Прихожу в визовый отдел. Окна. Я английский не знаю. 4 окна. Окно открывает в очередь. И там сидит такой толстый дядька, такие американские, по-английски, там о-о-о-о-о. Один ушел, другой, моя очередь подходит, 3 окна работает, 1 окно не работает. Я думаю, что же произойдет? Я говорю, я просто вот, я расслабился, но состояние так, вот состояние мастера. Что должно произойти? Ну не может такое быть. Все работает. Открывается 4-е окно, и моя очередь. Поднимается шторка, я еду в Америку, к грандмастеру, к вьетнамцу. Вьетнамский район. Обучаться кунг-фу, семинар. Подхожу, открывается окно, сидит вьетнамка. Я к вьетнамским друзьям в Америку. Вот фотографии грандмастера, вот я занимаюсь. О, свои люди, конечно, какие проблемы. Без раз, и шторка опускается. Я думаю, ну нифига себе, как работает. Это она пришла, подняла шторку, меня пропустила, закрыла и ушла. Взрыв мозга. То есть для обычного человека, кажется, невероятно. Это работает. Это было в учи. Там отрегулировали все так, как надо. Это могут делать все. Ничего сложного в этом нет. Нет знаний. Мы им даем. Все открыто. И с моей стороны скажу, вот все даешь, и народ не берет. Ленивые, ленивые. Я говорю, надо заниматься 3 раза в неделю по 1.5, 2 раза по 2 часа. И дома делать то-то-то-то-то. Никто ничего не делает. Вы хотите быть счастливы или нет? Вы хотите уметь управлять собой, понимать, кто я? У вас дано все. Вы совершенно. Вы Бог. Это образно всего. И вы не понимаете, как с этим работать. Ну, только определенная схема наработана. Моя хата с краю. Я все понимаю. У меня все хорошо. $200 весь имею. Как-нибудь перебьюсь. Никуда не путешествую. Отлично.
Супер. Вот это среднестатистический. Так не должно быть. Расскажите примеры Гуччи с Грандмастером. Состояние Гуччи Грандмастера. Идем по улицу. Просто идем. Мастер вот так вот руку поднимает и сюда воробей садится. Он что-то с ним поговорил, отпустил. Это я вживую видел. Заходим в комнату, которую мы сняли. Я всегда рассказываю пример, потому что у меня это просто, вот, у меня взрыв мозга было. В комнате, которую мы сняли, стоит пальма. Большое дерево, 2 метра. Он заходит и все время ему машет. И пошел дальше. Я говорю, мастер, что вы все машете? Что это? Я с ним разговариваю. С деревом разговариваю. Я говорю, ну да. И он мне показывает, говорит, посмотри. Раз, я глазами вижу дерево, ветка дерева. Я говорю, я еще не понял, так фокус что ли? Не-не-не. Я говорю, привет, дерево, привет, посмотри еще раз. Привет, дерево, привет. Я говорю, как так может быть? Ну потому что градмастер, он на 60% ангел, на 50-40% человек. Получеловек, полуангел. То есть он находится в духе. Он как состояние подключенного к сверхсознанию. Он слышит, видит, ощущает. Он находится внутри тебя. Он находится внутри мозга. Его невозможно обмануть. Ты разговариваешь, а он понимает, что ты сейчас будешь говорить. Он со мной говорит по-вьетнамски, а по-русски он все понимает. Мы сидим в машине. Я думаю, ну сейчас я спрошу об истории школы. Я подумал. Он говорит, история школы началась. Понимаете? Переводчик сидит, начинает переводить, потому что он понимает, что я. Я в аэропорту провожаю его. Со мной связался с Африки группа с Дакара. Хотят провести семинар. Он подходит ко мне и по голове так, надо ехать в Африку. Я говорю, мастер, откуда вы знаете? Я внутри тебя. Это состояние градмастера. Объяснить это невозможно. Я просто привожу несколько примеров, которые вот происходили со мной, когда я находился возле градмастера. И он находится в этом состоянии естественно. Для него это легко. Ничего не запоминается, мозг не заворачивается, как это сделать. Вот расслабился и находится в этом полете. Да, да, нет, нет. И времени нет. В 2001 году во Вьетнаме он мне говорит, ну я тебе вот это упражнение покажу завтра. Проходит семинар, я позанимался, я вижу, что он мне его не показал, я попросил. Ну, думаю, ну, наверное, так надо. Потом мы встречаемся в Вьетнаме в 2015 году. Он говорит, ты помнишь, я тебе вчера хотел показать это упражнение? Смотри, 15 лет прошло. Завтра, говорит. Понимаете? Чувство времени. И он об этом помнит. Для него вчера и завтра это один день, прошло 15 лет. Потому что, говорит, я тебя люблю. Любовь – это есть время. Время, оно не может быть прошлым, будущим. Этот человек делает так для себя, для понимания часов. А мастер живет мгновенно сейчас, и в настоящем, и в будущем, и в прошлом. Он здесь и сейчас, и видит все, и понимает все. В это состояние может войти каждый. У него просто нет знания об этом, как это сделать. Этому обучает школа кунг-фу и вообще. Мы сегодня заканчиваем лекцию, но это только 20% лекции, которые я хотел сказать. Мы в следующий раз продолжим обучение. Вопрос есть? Я вас не запутал? Если не можешь.
Спасибо.